И все мне говорят, где же находится компания Taurus? Ну, во-первых, Taurus — это то же самое, что и я, да? Телец года быка, еще ездящий на машине Ford Taurus. И тем не менее, я говорю вам, что вам необходимо построить дом именно вместе с этой фирмой, потому что мы вам продемонстрировали, и цены-то другой и нету. Где эта фирма располагается? Труда 49А. Что это такое? Ну вот за моей спиной 50-я школа. Небольшая пристройка, и это здесь. А еще есть телефон 43-07-05. Представляете, полгода с лишним прошло, и вы наконец-таки поняли, что на рынке города Магнитогорска вам возводятся замечательные дома по новой для нас технологии. И мы вам показали и объясняли, как делается все быстро, как это невозможно разрушить, и как этот дом может стоять и 100 лет, хотя большинству-то это и не надо. А еще мы вам показали, как вы можете без ипотеки строить дом. Начнем с дома на малую семью и закончим любым коттеджем для большой. При этом никакие банки вам не надо просить и вымаливать деньги. Но вы, конечно, не знали, где это. Но мы вам и это просто так показали. Вы занимаетесь домами, да? Я посмотрел ваши каркасно-панельные дома. Они стоят не только в Магнитогорске, но и в Челябинске. Заезжали прям буквально. И вот тут видно каркасно-панельный дом, который там стоит. Вот они еще не заделали его, но это все равно клево. Вот. Цена вопроса тоже супер. Но тем не менее, в преддверии 2015 года, что вы готовы предложить? Наша компания готова предложить клиентам такую услугу, как зимнее строительство. Мало кто на сегодняшний день занимается зимним строительством. Все думают, что строительный сезон заканчивается, и у людей пропадает желание строить в зиму. Вот. Мы хотим это опровергнуть, хотим сказать, что зимой строить намного выгоднее и намного интереснее. То есть интерес проявляется со стороны соседей, которые будут наблюдать, как у вас стройка будет развиваться в невероятно быстром темпе. Ну и для вас, для клиентов, будет интерес заключаться в стоимости строительства. То есть некоторые строительные материалы по окончанию строительного сезона общего, они теряют стоимость, они продаются с какими-то скидками, они уже в более доступном варианте. И также какие-то виды работ. То есть, если рассматривать дома с более сложного элемента строительного, это кирпич либо шлакоблок, там все намного будет дороже в качестве работы. В нашем случае здесь получается у нас цена на стабильно одинаковая. То есть что зимой, что летом, то есть в принципе для нас не имеет значения как бы по стоимости работ. То есть мы работаем и зимой, и летом. И говорю, опять повторюсь таки, что экономически выгодно зимой будет строить намного приемлемей. Еще один маленький такой вопрос. Оказывается, цена-то вообще небольшая, да ведь? То есть я, конечно, понимаю, что у нас доллар скакнул вверх и кое-что, естественно, подпрыгнуло. Но тем не менее, что человек может сейчас и грамотно это сделать, заплатить вам лучше по предоплате, естественно, правильную сумму и получить себе нормальный дом. Причем по цене он даже не попадает ни в какие лизинговые и ипотечные программы. Ну да, правильно вы заметили. Смотрите, в связи с нестабильным фондовым рынком доллар и евро скачет, соответственно, от этого и должны повышаться строительные материалы. Повышение у них тоже идет сейчас, как бы сказать, нестабильное и непонятное, потому что недавно были большие стоимости доллара или евро, сейчас это все падает. У нас на самом деле пока держится стабильная цена, то есть которую мы предлагали еще и летом, и зимой. От этого, то есть мы не отказываемся, держим свою стоимость. И, соответственно, да, то есть если человек идет по предоплате, оплачивает, у него идет полная стабильная фиксированная стоимость его строительства. Еще мы говорим, что по вашей цене в реальности в городе Магнитогорске недвижимости просто нет. На самом деле, да, так. То есть если говорить о стоимости дом под ключ, 20 тысяч рублей за квадратный метр, ни одна строительная компания, ни один полноценный дом не будет сделан за такую стоимость и в столь короткие сроки, и из экологически чистых материалов. Ну и в преддверии Нового года мне бы хотелось дать вам слово, что вы поздравили наших горожан с Новым годом. Хотел, да, поздравить своих горожан, друзей, гостей, клиентов и сказать теплые слова, то есть для того, чтобы их порадовать, прочитав небольшое стихотворение. Зимний праздник на подходе, старый год уходит,
В дверь стучится Новый год. Пусть метелью и порожью принесет он все хорошее. Детям радость, как и прежде. Взрослым счастье и надежды. Пусть новогодний Дед Мороз подарит счастье целый воз. Здоровья крепкого в придачу, во всем задуманном удачу. Мира, дружбы, шуток, ласки, чтобы жизнь была как в сказке. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Ну а как вы хотите? Хлоп-хлоп-хлоп и все готово. В любое время, в любом месте и задешево вы поставите свой дом. В своем доме вы можете реально экономить на еде. Причем грамотный товарищ на еду будет не тратить вообще. И поверьте мне, я это делал. А если я это делаю, то и вы все это можете сделать. И вам будет абсолютно почихать на любой кризис. Потому что ваш дом в разы круче и теплее любой фигни из шлакоблока, кирпича и дерева. А ветер у нас дует каждый день, и поставив ветрогенератор, у вас каждый день будет электричество и тепло. И вода естественная. Но чем ли это не ваша радость, то... Вот понять-то надо, потому что дешевле никто не построит вам дом. Потому что это абсолютно новая, ну не такая же новая технология, дело в чем заключается. В других местах все это дело делается. Кроме всего прочего, вы можете построить свой дом и зимой, естественно. Почему нет? Представляете, да? Вот поле голимое, да, тут сосед, там сосед. У соседа дом строился, грубо говоря, там 10 лет, да? И тут в раз за 3 месяца вам построили нормальный дом. Может и быстрее, если получится. Вот, при этом цена. Цена реальная. Цена реальная даже для тех, кто, может быть, завтра решил жениться. То есть для начала небольшой домик. Потом пристраивать, пристраивать, пристраивать. То есть комплексное строительство, и это здесь. И это фирма Taurus. Где ее найти? Труда 49А. 50-я школа и вот эта пристроечка. Причем нормальная пристройка, а не так себе. Вот. Мало того, можно позвонить по телефону. 43 07 05.